Барак Обама. В войне между США и РФ нет смысла. Россию погубит кризис. В интервью CNN президент США Барак Обама заявил, Россия не сможет выйти из кризиса, а потому война между США и РФ – немудрое решение. Как заявил президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, утверждение о том, что его политика по отношению к РФ была достаточно эффективной для ослабления российской экономики, абсолютно справедливо, хотя новые санкции против России и не остановили агрессию Владимира Путина в Украине. Если подумать о том, какие отношения у нас были с Россией, когда я стал президентом, тогда мы говорили о перезагрузке. Тогда я установил, считаю, эффективные рабочие отношения с господином Медведевым. В результате этого российская экономика начала расти. У властей появилась возможность диверсифицировать ее. Отношения России с Европой и всем миром были прочными. Россия с нашей помощью вступила в ВТО. Но после того, как господин Путин принял это решение относительно Крыма и Украины, не потому, что у него имелась некая великая стратегия, а потому, что его застали врасплох протесты на Майдане, а также бегство Януковича, после того, как мы выступили посредником в переходе власти на Украине. С тех пор эта его импровизация все дальше заводила Путина в ситуацию, которую представляет собой нарушение международного права, которое нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины. И эта ситуация привела к дипломатической изоляции России. В Европе надоело вести дела с Россией, привела к санкциям, которые ослабили российскую экономику как раз тогда, когда все ее доходы снизились, сказал Обама. Он также подчеркнул, что нет такой формулы, согласно которой для России все кончалось бы хорошо. Аннексия Крыма – затратное, вовсе невыгодное приобретение для России. Времена, когда завоевание земель каким-то образом считалось доказательством статуса великой державы, уже прошли. Сегодня мощь страны измеряется знаниями, навыками, способностью экспортировать товары, изобретать новые продукты и услуги, влиянием. Далеко не все эти вещи обеспечиваются его стратегией, сказал президент США. По мнению Обамы, Путин постоянно отклоняет предложения, которые ему делаются, но Украина не входит в НАТО, в результате чего есть ограничения для военного вмешательства. И Путин, зная это, пока что не останавливается. Тем, кто предлагает нам сделать больше, я бы ответил, мы можем добиваться того, чтобы Россия несла все большие убытки, и именно этим мы занимаемся. Мы можем оказывать дипломатическое влияние на Москву. Не думаю, что реальный военный конфликт между США и Россией станет мудрым решением для Америки и всего мира. Мы занимаемся усилением стран на границе с Россией, которые входят в состав НАТО. И я ясно дал понять, что эту линию нельзя переступать, так как нам придется принять военные меры для защиты наших союзников. Об этом говорит 5-я статья Устава Альянса, заявил Обама.